7-летний Марк Залогин знает все правила дорожного движения. Ему их каждый раз перед выходом на прогулку рассказывает мама. На улице нужно быть предельно внимательным, не баловаться и аккуратно переходить дорогу. Через дорогу бегать нельзя. Это очень опасно. Я через дорогу не бегаю, и я знаю правила дорожного движения. Многие дети выходят на дворовую площадку с самокатами и велосипедами. Заигравшись, они не замечают, как выезжают на проезжую часть. Из-за припаркованных машин водители не видят ребенка, и малыш может оказаться под колесами. К счастью, таких дорожно-транспортных происшествий у нас в городе не зарегистрировано. Но, тем не менее, исход таких дорожно-транспортных происшествий, он обозначен, и всем известно, что при дорожно-транспортном происшествии с участием велосипедиста, пешехода, либо скутериста, в любом случае, вот, эта незащищенная категория участника дорожного движения получает довольно-таки серьезные телесные повреждения, вплоть до переломов, растяжений, ушибов. Сотрудники ГИБДД советуют родителям проводить со своими детьми профилактические беседы об опасности на дорогах. А водителям напоминают, что в жилой зоне можно ехать со скоростью 20 км в час. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.